Шрек 2 – это тот мультфильм, который на самом деле сложно испортить из-за дубляжа. Я уверен, что он хорош в любой озвучке на всех языках. Ну а в нашей русской версии вышла вообще куча интересных моментов. В прошлом видео я упомянул так называемую «золотую тройку» русского дубляжа в мультфильмах. Это первая «Кунг-фу Панда», первый «Мадагаскар» и ожидаемо «Шрек 2». На первые два произведения уже вышли соответствующие выпуски. Ну а сегодня настало время завершить трилогию. Русская локализация второго «Шрека» — это вправду легендарная вещь. И она стала такой чуть ли не сразу после выхода в прокат в 2004 году. На первый взгляд кажется, что придираться тут особо не к чему. Но на самом деле все далеко не так. Вероятно, кто-то из вас уже видел некоторые ролики на ютубе, которые порицают какие-либо аспекты русского дубляжа и перевода «Шрека 2». Но в основном они лишь мельком проходят по произведению и не замечают множество деталей. Поэтому я решил сделать свой анализ локализации этой картины. Когда разговор заходит об адаптации произведения на другой язык, то нужно разделять ее на две части – озвучка и перевод. С первым Шрек справился хоть и не идеально, но куда лучше, чем с переводом. Я уже как-то упоминал, что западные создатели часто интегрируют в свои мультфильмы эффект акцента для героев-выходцев из различных стран. Ранее я приводил прекрасный пример «Тайны Коко» и «Рататуя». Там акцент играет немаловажную роль для восприятия картины. И вот со вторым Шреком происходит примерно то же самое. Если вы никогда не смотрели оригинал мультфильма, а лишь русскую адаптацию, то все, что вы могли заметить, это использование котом в сапогах слов из испанского. В то время как в исконном втором Шреке десятки различных акцентов. Почти каждый герой говорит на свой особый манер. И если честно, я еще нигде не видел подобного разнообразия в этом плане. Король и королева, а также фея с Чаммингом говорят именно с британским акцентом. Ведь во времена предположительной жизни этих королей и королев, все говорили в основном таким образом. Сама же Фиона и, скажем, осел имеют ярко выраженный американский акцент. Повара в замке и этот парень на ресепшене говорят на французский манер. А тот же кот в сапогах более выражен в своем испанском. И даже на этом все не заканчивается. Шрек, в свою очередь, имеет какой-то смешанный акцент. Вероятно, этим авторы отсылают на то, что он не принадлежал никакому сословию. В русском всего этого нет. Прямо совсем. Что, конечно, несколько меняет восприятие картины. Но давайте теперь плавно перейдем к переводу картины и добавлению каких-то ненужных элементов в адаптацию. На протяжении всего осознанного просмотра русской версии Шрека и сравнения ее с оригиналом, меня не покидало чувство, что русские локализаторы считают русскоговорящую публику, извините, идиотами. Но сперва гляньте вот это. Как вы поняли, наши адаптаторы решили добавить в мультфильм фразу, которой нет. И ладно бы, если бы она что-то добавляла в картину, но нет. Она здесь присутствует лишь для того, чтобы объяснить русскому зрителю, что Шреку горячо. Большинство из вас знает про внегласное правило кинематографа «не рассказывай, а показывай». Куда лучше продемонстрировать зрителю то, что герою горячо, чем говорить это прямым текстом. И авторы оригинала это понимали. Но русские локализаторы, видно, посчитали, что наша публика не поймет то, что Шреку горячо. Вы мне скажете: «Хима, я тебя умоляю, ну подумаешь, добавили одну фразу». А вот и нет. На протяжении всей картины они регулярно добавляют небольшие фразочки по типу этого самого «горячо». Например, когда главный герой только приезжает в 39-е королевство, осел то и дело начинает объяснять, что происходит. На английском в этой всей сцене он не так многословен. Например, когда главный герой только подъезжают, вот что происходит. Вот мы и добрались до 39-го королевства. В чем смысл этого? Чтобы русский зритель точно понял, что они таки добрались в 39-е королевство. Мы ведь не поймем и так, да? Еще в той сцене осел на русском объясняет, где живет Золушка, а где Рапунцель. Рапунцель, распусти волосы, так вот где живет Золушка. И же вот здесь нам через русскую фразу кота лишний раз поясняют, что у него нашли запрещенное вещество. Очень часто локализаторы добавляют героям фразы, чтобы перевести некоторые надписи.
В таком контексте еще можно их понять. Но когда они всюду добавляют фразы по типу «горячо», которые до абсурда разжевывают происходящее на экране, ты невольно начинаешь задумываться. Меня считают дураком, что ли? Ну, а вообще, чтобы не чувствовать себя дураком, можно просто зайти в пятую GTA. Но не в сюжет, а лучше на RP-сервер. Ведь там, по факту, можно быть кем угодно и не чувствовать, что создатели держат тебя за идиота. Можно отыграть любую роль, будь то богатого миллионера-тусовщика и вплоть до местного Аль Капоне. Да что уж, можно быть каким-то врачом, военным, полицейским, покупать самые крутые тачки, играть в казино или владеть домом в Голливуде. При этом не спать ночами и опаздывать на работу. Наверное, создатель Тачек 2 так и делал. Короче, все это можно реализовать на серверах проекта Red Age. Ссылки и промокод с приятными бонусами в описании. Ну ладно, что там с Шреком? Я думаю, многие из вас слышали про проблему принца Чайминга. Я уже говорил вам об этом в одном своем видео по Шреку, но думаю, стоит повторить. Дело в том, что весь Шрек — это откровенный стёб над Диснеем. Вся первая часть об этом, да и вторая тоже. И в оригинальном мультфильме это очень ярко выражено. Так, что ты даже порой можешь начать хохотать в голос. И большую роль здесь играет именно принц Чайминг. Потому что он-то, по сути, это не какой-то конкретный герой. Он — это клишированный принц. Он — образ обычного принца из диснеевских историй. Самое начало мультфильма нам трубит об этом как только можно. Так вот, проблема принца Чайминга заключается в том, что его имя нельзя перевести. Имя Prince Charming – это откровенный прикол, потому что оно переводится как «принц очаровательный» или же «прекрасный принц». То есть Чайминга буквально зовут «прекрасный принц». На русский это никак не перевести, но из-за этого много чего теряется. Хотя, если подумать, могли бы перевести так, как я только что предложил. Я думаю, было бы забавно, если бы его звали «прекрасный принц». Но ладно, этого они не сделали. Из-за перевода много упускается. К примеру, явные рофлы. Скажем, вот в этом моменте создатели откровенно высмеивают героя. Тут он говорит, как я могу быть charming, то есть очаровательным или же прекрасным, когда притворяюсь огром. И тем самым высмеивается его буквальное имя. И во многих других моментах из-за непереводимости его имени происходят своеобразные казусы. Например, когда к Фионе с Чаймингом подходят родители принцессы, король говорит следующее. Принц Чайминг? А мы с ним так похожи? Папа. Чайминг? Do you think so? Dad. На английском, на вопросительный возглас короля «Чайминг», Чайминг отвечает «Do you think so?» Вы думаете, что я очаровательный? На русском же они просто говорят о том, что мол он похож на принца Чайминга, того самого. Ну и в самом деле, подобных сложностей на протяжении всего мультфильма тут полно. Я всех их показывать не буду, но главное, чтобы вы поняли суть. Ладно, теперь давайте уже наконец пройдемся по хронометражу и взглянем на конкретные детали, которые были упущены или наоборот добавлены в русский дубляж. Интересно, как наши ребята иногда четко подмечают тенденции в мультфильме и подчеркивают то, что на английском упустили. И показать бы это я вам хотел на примере двух коротких моментов. Первым, наш русскоговорящий Шрек ставит акцент на слово «мы». Мы остаемся. Дискуссия окончена. We are not going, and that's final. Он акцентирует на этом «мы», и это очень в тему. При этом взгляните, что этого нет в английском. А второй момент с феей крестной. Шрек меня спас, но сюжет был другой. На английском, узнав о том, что Шрек муж Фионы, фея говорит, что это неправильно. В то время как на русском она напрямую заявляет, что сюжет в сказке был другой. И это очень здорово, это почти идеально, ведь Шрек пародирует эти сказочные истории, так что вся эта фраза подходит как нельзя лучше. Чуть позже главные герои едут в 39-е королевство, которое на английском, к слову, звучит как The Kingdom of Far Far Away, то есть королевство, которое очень и очень далеко. Так вот, здесь очень тонкий момент. Майк Майерс, который озвучивает Шрека, в этом моменте очень четко ставит свою интонацию. Из-за этого сразу становится ясно, что когда Шрек произносит эту фразу, он начинает думать, что уже очень далеко от своего болота. Взгляните, как он акцентирует на этом away. Away. Так вот, на русском это не совсем так четко, как в оригинале. За 39 земель. Похожий эпизод был в Кунг-фу Панде, когда По вспоминал своего отца во время ужина с Нистовой Пятеркой. Стоит еще сказать про осла.
Дело в том, что в обоих версиях он крайне разный, начиная от голоса и заканчивая манерой речи. О, всего и не перечислишь. Помню, один чокнутый фермер собирался обменять меня на какие-то волшебные бобы. О, man, where do I begin? Well, first it was the time that old farmer tried to sell me for some magic beans. I ain't never got over that. Боже, я таю! I'm melting! I'm melting! Да, и там он надоедливый, но по-разному. В оригинале он такой сленговый персонаж, который использует множество отсылок на американскую культуру или вещи, которые будут понятны только тем, кто живет в США. И в этом плане он схож на Марти из Мадагаскара. Оба используют похожие речевые приемы, добавляют отсылки и тому прочее. К тому же, они оба копытные. Но почему я вдруг заговорил об осле? Суть в том, что он единственный, кто сильно уже отличается в обоих версиях. Если все остальные герои так или иначе схожи, то наблюдая за ослом, приходишь к пониманию, что он другой. Просто другой. Это неплохо и нехорошо. Но давайте пару слов об отсылках. Наши локализаторы, как бы это ни звучало тавтологически, локализировали эти отсылки отлично. Будь это куст, похожий на Фрекенбок, или программа по телеку с названием «Минное поле чудес». Да, а вот и куст, похожий на Фрекенбок. Переключи на «Минное поле чудес». Далее, очень странный эпизод на самом деле. Осел со Шреком идут, и происходит такой диалог. Я понимаю, момент довольно трогательный, но... Чтобы мучать. Ну конечно, теперь скажи, я не такой. Эй, Шрек. На английском просто имеется в виду, что осел ведет себя странно. Но на русском будто бы происходит намек на возможную гомосексуальность осла. Потому что по-другому эти слова Шрека о «я не такой» я интерпретировать не могу. Я долго пытался понять, что хотел этим сказать Шрек, и ничего другого мне в голову не пришло. Все вправду выглядит так, будто наши ребята таки добавили шутку подобного характера. Хотя это и незаметно на первый взгляд. Когда Шрек, кот и осел подходят к фабрике феи крестной, осел в оригинале называет ее Old Kibler's Place, намекая на американскую компанию по изготовлению сладостей. В этом же моменте происходит кое-что странное, а именно шутка Шрека. Так может забежим принять по рюмашке? Ты как? Я никогда не мог понять, что тут смешного, но посмотрев оригинал, все стало на свои места. Then why don't we pop in there for a spell? Spell. Дело в том, что слово spell в английском имеет два значения. Первое, что изначально Шрека пытается сказать, будет значение ненадолго. For a spell переводится как на короткое время или же ненадолго. Но второе значение слова spell – это заклинание. Таким образом, шутка в том, что фраза имеет два смысла. Шрек говорит, почему бы нам не заглянуть туда ненадолго? Или почему бы нам не заглянуть туда за заклинаниями? Вот и весь рофл. Странный, но хотя бы понятный, в отличие от русской версии. Затем за Шреком, ослом и котом происходит погоня. И вот с ней тут сразу несколько вещей. Во-первых, стоит сказать, что передача Nights, которую смотрят печенька и компания, это пародия на американское шоу «Копы». Так вот, на английском рыцари говорят, что гонятся за White Bronco. И это жирнейшая отсылка на, возможно, самую известную погоню в Америке, а именно погоня за О'Джеем Симпсоном, известным футболистом, которого обвинили в убийстве более 25 лет назад. Опять же, это большая отсылка в основном для американцев, поэтому у нас вместо White Bronco говорят просто Белый Мустанг. Когда в самом конце все герои пытаются выхватить палочку феи крестной, три поросенка начинают свою атаку следующими словами. На английском тут отсылка на блюдо. Pigs in a blanket – это сосиски в тесте по-нашему. То есть, они используют прием под названием Pigs in a blanket, что буквально означает «свиньи в одеяле», и вправду сами прыгают в одеяло. Забавно. Ну и последний момент касается отца Фионы. Когда фея попала в него заклинанием, все подумали, что он умер. Квакнулся. He croaked. После кряканья короля, печенька говорит «he croaked». И тут идет игра слов. В сленге «croaked» означает «умер», «скончался» или даже «сдох», ведь это очень неуважительная форма. В то же время «croaked» означает «крякнул». То есть, тут два определения этой фразы. И хоть полностью смысл передать не удалось, у локализаторов на русский получилось перевести это максимально лаконично. Как бы я тут сегодня не пытался придираться к русскому дубляжу и переводу Шрека, все равно это одна из лучших локализаций, что у нас есть.
Я долго не останавливался на озвучке, потому что она превосходна в обоих версиях, в отличие от того же Мадагаскара. И хоть я считаю, что всегда стоит смотреть в оригинале, именно второго Шрека я буду пересматривать в нашем дубляже, так как он уже давно стал родным для меня, да и почти всех русскоговорящих зрителей. Даже песни «Феи Крестной» я хоть не послушаю на русском, чем в оригинальном исполнении. Всем большое спасибо за просмотр. Тем, кто поставит лайк под этим роликом, принц Чаминг обязательно улыбнется. Но я пошел, и еще увидимся.